Трубадуров с гитарами. Но его единственный хит остался вечным напоминанием о счастливых днях и летнего хиппи безумия 1967 года. Нежную акустическую балладу о Сан-Франциско, сочиненную Джоном Филлипсом из группы The Manas and Papas, записали на одну ночную сессию в лос-анджелесской студии Sound Factory. Филлипс исполнил гитарную партию, а на басу сыграл Джо Осборн, член именитого студийного трио The Wrecking Crew. Главная фраза песни «Если ты едешь в Сан-Франциско, не забудь вставить цветок в волосы» рассказывает о тех веселых временах больше, чем иная историческая монография. В середине 1960-х толпы молодых людей в Америке отращивали волосы, ели кислоту, занимались медитацией и слышали музыку наподобие песен Скотта Маккензи. Сан-Франциско еще и ненавязчиво рекламировала масштабный монтерейский поп-фестиваль. Позже песни стала лейтмотивом документального фильма «Монтерей». По материалам копии ударной музыки 20-го века. We'll be right back.